Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Наталья Марова, портал retail.ru. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Сергей. Расскажите про выставку, расскажите ваши впечатления. Сейчас мы работаем на мероприятии Retail Tech. Масштабно получилось. Мы понимали, что мероприятие должно получиться, с одной стороны. С другой стороны, все-таки были некоторые опасения, связанные с коронавирусом, да, которые нельзя было не исключать. Вот, очень приятно было, что откликнулась аудитория, и явно соскучившиеся люди по офлайн-активностям пришли. Хотя надо понимать, что вот сейчас в апреле было очень много активностей, куда можно было приехать, и для многих это традиционные события. Но опять же, люди доехали. Очень приятно и спасибо за доверие. Если говорить про retail.ru, который все-таки я представляю, да, мы здесь действительно пришли достаточно большими активностями. У нас работает совместный центр retail.ru на первом этаже с партнерами, которыми, опять же, отдельное им спасибо, что они поддержали нас в такой активности. Сейчас мы с вами на пресс-центре retail.ru, Retail Tech в первую очередь. Да. Очень приятно, что Мегаполис Медиа как партнеры нас поддерживают и помогают нам такие все вещи делать. Вот. И, конечно, спасибо фирме 1С, которая традиционно поддерживает наши активности на мероприятиях в части именно видеосопровождения, для того, чтобы видеослед, цифровой видеослед остался о мероприятии. Вот. Что касается программы, все как один говорят о том, что сложно разорваться. Это приятно, значит, по контенту угадали. На старте было сложно попасть в некоторые залы. Сложно нам действительно было развести потоки в каких-то мерах. Потому что я там выступала в том числе с организатором, и завтра у меня еще будет деловая активность. Мы также ждем там в какой-то мере аншлаг, посмотрим, как будет. Темы очень разные. На самом деле, если говорить про ритейл, он настолько многообразен и интересен. И, в принципе, мы на разных мероприятиях работаем, но мы понимаем, что все время есть что-то новое, о чем можно рассказать и показать. Вот. Замечательно. Получается, у нас очень интересные спикеры, замечательная программа, и люди пытаются разорваться, пытаются попасть и туда, и туда, и туда. Да. Давайте, может быть, расскажем, что нас ждет завтра, чтобы люди, которые сегодня, буквально через несколько минут после нашего интервью, уже увидят его в сети, чтобы могли уже настроиться, куда им завтра пойти. Смотрите, вообще в целом в программе задействовано более 250 спикеров. Из них процентов 80 – это ритейлеры, то есть которые с живыми кейсами приходят. Завтра, по крайней мере, если говорить про мою часть, мы делаем ритейл настоящего, в котором будет Big Data в первой части, это с 10 до 12. Далее мы будем трогать тему фудтех и еда будущего. Очень своеобразные в итоге получаются такие разнообразные, калейдоскопические, скажем, сессии, потому что мы даем очень много различной информации для того, чтобы человек, вышедший из программы, имел возможность увидеть эту тему с разных сторон. И завершающей сессии у нас будет тема устойчивого развития через призму технологий. Тема устойчивого развития в последнее время стала очень популярной, я бы сказала так, на нее хорошо идут, с одной стороны, с другой стороны, она относительно непонятна для многих компаний. Мы точно понимаем, что это тренд, и тренд для ритейла и производителей, потому что этим нужно заниматься более плотно, если вы собираетесь и далее работать в этом бизнесе. Поэтому приглашаем на сессии, и на retail.ru, если вы пропустите, на retail.ru будут отчетные материалы, соответственно, часть информации вы сможете увидеть в материалах на сайте. И старайтесь не пропускать такие деловые мероприятия. Нас очень многие спрашивали, почему про офлайн и онлайн, чтобы гибридный вариант, но мы все-таки понимаем, что атмосферу мероприятия не передать через онлайн-трансляцию, поэтому welcome, приезжайте, смотрите эти мероприятия вживую, уверена, что встречаться нужно и задавать вопросы офлайн все-таки всегда проще, нежели онлайн. Уверен, наши коллеги осветят это, и материалы будут в сети. Но, конечно же, друзья, приезжайте сюда сами и задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях. И я думаю, это поможет всему рынку стать умнее и двигать нас все больше вперед. Спасибо большое. Я могу сказать одно. Читайте retail.ru. Мы стараемся собирать все материалы таким образом, чтобы вы не пропускали самые важные вещи. И вообще еще раз отдельное спасибо за то, что вы уже читаете сайт. А кто не читает, присоединяйтесь.